Пилотный проект по запуску сети молочных кооперативов стартует в Карагандинской области. Первый молокоприемный пункт создадут в Нуринском районе, где действует более 3000 личных подсобных хозяйств, занятых животноводством. Вся продукция пойдет местным перерабатывающим заводам, которые сейчас испытывают нехватку сырья. Мурат Бастенов завел собственное хозяйство около 10 лет назад. Говорит, что проблемы с реализацией молока случались периодически. Фермер считает, что решить проблему сбыта могут молочные кооперативы. Поэтому его создание предприниматель ждет с нетерпением. Раньше было это все у нас хаотично. Приезжали, допустим, кто-то приезжал, там кто-то занимались сепарированием молока, масло делали, сдавали по разным ценам. Кто приедет, предложит какую-то цену, кто-то низкую, кто-то высокую. Ну, как бы это не было организовано, не было, значит, это контроля никакого не было. Я думаю, что изначально мы где-то будем около 2000 литров в день сдавать. Свои кооперативы создадут Майоровка, Шахтер, Акмешет, Тасуат и еще 8 поселков Карагандинской области. В каждом будет около 20 фермеров. Забирать у них сырье будет молочная фабрика. Местные власти считают, что недостатков продукции не будет. Нуринский район всегда славился своими молочными совхозами. Если мы 4000 тонн в год соберем от личных подсобных хозяйств, и это денежным эквивалентом, если по 80 тенге будет сдаваться, вы представляете, в год жителям, личным хозяйствам нашего района 300-350 миллионов тенге будет поступать. Вот этот результат, которого мы хотим. Прибыль участников кооперативов составит до 50 тысяч тенге в месяц при условии выполнения необходимых нормативов. Чтобы запустить проект, осталось решить организационные вопросы, говорят сельчане. Ожидается, что молочные кооперативы заработают уже к 1 марта. Если проект окажется успешным, подобные хозяйства появятся и в других регионах страны. Марала Маджолова, Бахтияр Заев, Карагандинская область, Хабар 24.